Антимайдан, Ютуб. У вас все так говорят, да? Ну, по-русски никто не говорит, да? Не, ну хтось може є же ж русських слов, але там, ну є там, попри там же ще Дніпропетровські, ці городські, ці побалакують, там, салатки, там же ж нас не балакають по-русски. Ну, естественно. Ну, тебя вообще, тебя по идее можно было убить спокойно, а тебя тут вообще держат, там, все ништяк. Это у меня на дороге кто-то. Конфискировано было, пленных не брать. Да. Насколько я слышал. Ну, я тоже слыхал. То, что этот приказ отменили, я не слышал. Ну, тебя вообще, по идее, могли просто застрелить. Тебе тут под Богом ходишь. Это, да, я не знаю. Ну, ты давай глаза-то не закатывай, отъедешь. Не закатывай, пацаны. Я тебя подниму, друг. Не вдумай, закатывай глаза. Я не закатываю. Дурку не гони. Не прокатит. Тебе не надо. Вот так вот. А давно вообще находишься здесь-то? Тут-то? Да. Тыжди. Сколько? Тыжди. Скильки? Тыжди. Тыждень? Неделя. Ага. Неделю. Это вас вот недавно сюда отправили, да? Ну да, четвертый. А откуда отправили? Да, Днепропетровск. С Днепропетровска? Днепропетровска сюда неделю назад отправили. Ну, приехал, мы стояли 3 дня у тебя. У тебя батько есть? Да. И мать есть, да? Где батько робит? В Киеве. А? В Киеве. В Киеве, кем? Водителем. Водителем? А дед є? Да. Воевал? Дід воював, ні? За кого воював? СССР. СССР? В СССР, да? А ты вот почему пошел против СССР? Ну как? Ну у вас в стране, ну что, ты думал, что вас собирают и будете идти за полотенцем, что ли, биться? Нет, ну ты же знал, зачем пошел. Ну как, никто, у вас по телеку только и слышно. Восток, восток, на восток, на восток. На восток. Всех на восток. Вбивать террористов. Да. Так же. Как бы рано вагоны погрузили и повезли. Сейчас нам не кажут. Не кажут, да? Что ты дурака тут включаешь, честно, вам не кажут? Все вам кажут. Не кажут сейчас. Вам кажут, что вы едете на Донбасс вбивать террористов. Может, террористы? Ось что вам кажут. Не бреши, падло. Я в части, я там чисто правду кажу. Что в части? В части не кажуть. Питаешь, куда ехать, вони не кажуть. Не кажуть, да? Ну а ехали, видели на указателях название городу? Ну, и понятно, куда ехали? Че, не мог? Я уже выехали вже студа, що вже приїхали. Чого не втік? Це не було можливості. Как не было возможности? Которые хотят втекти, они уже вон в России. Кто хочет втекти, уже давно втекли все. Да, либо в ополчение, либо или в России. Или в ополчение. Ще просто заховався десь. И сидит в лесу. Он не хочет идти вбивать людей. А ты пошел вбивать за 2500 вонючих гривен. На которых ты, ну, ничего не можешь купить, почти. Что, сигареты? Что, 2500, это скажи так много? 6000 рублей наших. Не убивал? Ну, убил бы, да? Если бы вас не убили сегодня. А як же, убил бы. Ходил бы, карал, да? А як же, тут же террористы. Чё? Притулка не убил бы. А так би вбив би, да? Так ви ж притулки і падли не вбивайте. Ви ж Слав'янськ зрівняли з землею не в притул. Слав'янський не був, не знаю. Не був, так такі як ти були. Ви ж не в притул. Я не знаю, ми другі разом. Ви поставили гаубиці вокруг міста і довбали його з розстояння 15 кілометрів.